в расписание и сходим на платформу, прогуляемся. Так, смотрите, сейчас у нас в данный момент пришел 377 поезд Новый Уренгой-Казань, 15.58, 16.59 объезжает, на четвертом пути стоит, будет 59 минут стоять. Потом 69-я часа Москва, 16.48, 17.07 он отходит на третьем пути. И 73-й Тюмень, Санкт-Петербург, 17.15 он отправляется, потому что формируется в городе Тюмени. Там дальше 346-й Адлер, Нижневартовск. И Уфа, Новый Уренгой, потом Тюмень, Петербург, 17.30. Так, ну, пойдем на тогда, в ту сторону. Пойдем, значит, мы на второй этаж, и там выйдем дальше. Так, сейчас мы поднимемся на второй этаж, уважаемые друзья. Вот, уважаемые друзья, я нахожусь на открытом переходе пешеходном. И вот смотрите, сколько у нас сегодня очень много пассажирских поездов. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 поездов стоят. Сейчас давайте посмотрим на другой стороне. А здесь, уважаемые друзья, смотрите, тут как бы 4. 4 поезда. Ну, пройдем дальше. Так. Тут люди идут с поездов. Так. Вот они. Люди. А нам нужно на вторую платформу. Вызвали? Ну, хорошо. То, что люди поднимаются. Так. Сейчас там вот люди приехали, выходят, подождем. А это с носильщиком. Вот сегодня я еду с носильщиком. Видите, в одном лифте. Вот. Едем на первый этаж. Сейчас горит цифра 3. Лифт скоростной. Быстро, видите, загорелась цифра номер 1. Ну, сколько он вещей везет, видите? Так, все, выходим. Люди еще выходят отсюда. Вы что? Вот. Сейчас багаж вывезут. Так, вот все. Багаж вывезли. Народ. Народу много здесь ходит. Так, и вот он, читинский поезд. Так, дальше двигаемся. Вышли сегодня. Много народу, уважаемые друзья. Очень много ходит, гуляет. Или из-за того, что параллельно стоят два поезда, но второй еще не знаю. А вот этот вот, который справа от меня, он с Читы прибыл. Вот. Так что, а этот поезд, сейчас спросим у проводницы, с какого направления. Вот. Здравствуйте, девушка, подскажите, это с какого направления идет и куда? А? А, с Уренгоя на Казань. На запад. А, ну понятно, спасибо вам. Счастливого пути, всего доброго. Ага. Так, с Уренгоя на Казань. Так. С Уренгоя на Казань здесь идет. А вот это у нас читинские, по-моему, вагоны. Сейчас посмотрим. Да, да, Чита, Москва, 8-й вагон. Прямо видно. Это я не знаю, купейный вагон или какой вагон. Сейчас посмотрим. Так, это у нас 36 мест. Это у нас купейный вагон, уважаемые друзья. Вот.
Плюс еще китайцы тут ходят. Вот, значит, много народу с Китая. Вот видите, вот они. Так что все здесь. Так, тут вот привезли тележку с вещами. Вот, на велосипеде. Так что вот видите, какие тележечки здесь с велосипедами. Человек будет загружаться на поезд. Вот. Видите, ему говорят, времени мало осталось, быстрее давай загружайся, документы давай на велосипед и на тележку. Вот. Так что человек на поезде, потом на велосипеде путешествует, видите, снимает все. И вот так вот. А это у нас, уважаемые друзья, справа тронулся поезд, поехал Новый Уренгой, Казань. Ну, счастливого пути тебе, поезд Новый Уренгой, Казань. Счастливого пути. Вот он поехал на западном направлении. Так что вот, видите, на велосипедах еще путешествуют люди. Колесо он снял и сейчас будет заносить велосипед и вещи. Так что вот так вот, в разобранном состоянии. А велосипед целый нельзя перевозить, а перевозить можно только в разобранном состоянии. Почему он и переднее колесо снял, как по правилам положено. Ну, дальше перемещаемся. О, у нас на той стороне, на шестой платформе, уважаемые друзья, финист. Финист. Там люди, пассажиры садятся. Это у нас получается, уважаемые друзья. Он идет на Екатеринбург. Это скоростной поезд «Финис». Этот поезд идет на Екатеринбург. Вон он. Он у нас приходит в 11 часов дня. И потом отстаивается на запасном пути. И потом едет в Екатеринбург обратно. Вот 17:30. Сейчас как раз вот за полчаса он приходит, 17:02. Сейчас он пришел и потом поедет на Екатеринбург. Вот. Так, ну, люди гуляют. Кто с багажом, кто приехал, кто как. Значит, а так в основном вот здесь ходят. Но сегодня более-менее нормальная погода, хотя с утра и в обед был дождь до 5 часов. Если на небо посмотрите, оно как бы вроде бы и светлое, но в то же время и туманное. Вот, так что, ну, сейчас, видимо, посадка закончилась. И вот всех людей, всех пассажиров проводник приглашает в вагон. Вот они начинают заходить, видите, да? Вот заходят, кто-то тут же кушает, кто-то тут же пирожки купил, всякие там, всякую еду. Вот. Люди, уважаемые друзья, заходят. Вот. Вот. Вон там проводница вышла, там, видимо, кого-то сопровождала. Вот все, люди. Боже, вот 69, 69 это как раз Сита, Москва. Видите, все заходят. Да, вот сейчас вот объявили, что будут отправляться с третьего пути. Это как раз этот стоит, читинский поезд. Люди заходят, заходят, заходят потихоньку. Вот. Осталось 5 минут до отправления. Вот. Ну вот, уважаемые друзья, мы фактически пришли к первому вагону. Да, вагон номер один там написано, вот как раз, поезд 69-й фирменный. Мы на нем тоже постоянно ездим до Москвы, а потом от Москвы переезжаем на Киевский вокзал и до Брянска. А вот у нас электровозик. Здесь два электровозика. Один, видимо, тянет другой. Вот.
Так что вот. А ну-ка вот посмотрим, уважаемые друзья, я сейчас развернусь. Мы посмотрим вот этот финиш на отдалении. Вот, смотрите. Вот он, финиш. Я немножко увеличил. Ну вот прямо четко видно, как люди осуществляют посадку до Екатеринбурга на этот финиш. Вот он. И здесь же у нас стоит фирменный поезд Чита Москва. Вот. Вот он, электровозик, уважаемые друзья. Вот они, красивые поезда. Приятно на них любоваться, на чудо инженерной мысли. Вот. Всегда восторгаюсь поездами. А вон девушка стоит, помощник машиниста. Так что ездят у нас помощницы машиниста. Видите, помахала мне рукой девчонка, помощница машиниста. Вот, на ЭП-2К-305 поедет, видите, помощница машиниста или машинист, не знаю, с какой стороны расположены, но факт, что у нас в Тюмени женская, как говорится, локомотивная бригада, но, скорее всего, она разбавлена с мужчиной, но есть такая бригада. Я уже не раз встречаю, не раз вам в шортиках показывал, что такие бригады есть. Вот. Так что вот так вот. Ну, через 5 минут отправляется. Пожелаем ему счастливого пути. Продолжается посадка на пригородный поезд номер 7-316. Сообщение Тюмени. Заводной курс. Поезд находится на 6-м пути. Продолжается посадка на пригородный поезд номер 7-316. Сообщение Тюмени. Заводной курс. Поезд находится на 6-м пути. Выход к поезду через 2-й этаж вокзала по надземному пешеходному переходу. Вот он гудок-то сделал, я ж вздрогнул, уважаемые друзья, как неожиданно. Ну все, поезд поехал, счастливого пути этому поезду. Желаем спокойной, приятной дороги. Вот. До свидания, поезд. До свидания, вон. Видите, она смотрит, смотрит там, как отправляется на вагоны и потихоньку трогается электровоз. Все, поехал поезд Чита, Москва. Приятной встречи с нашей столицей, родиной Москвой, этому поезду. Вот, все, сейчас такие современные поезда, что они быстро набирают скорость, уважаемые друзья. Вот. И, кстати, вагоны, смотрите, все новенькие. Я тут стареньких вагонов вообще не видел. Вот. Все. Ну, тут плацкартные вагоны идут. Там дальше. Это купейные. Опять плацкартные. И один только сзади идет. Почтово-багажный. Нет, два. Два почтово-багажных. Ну все, разогнался. Представляете, как быстро он разогнался. Вот они. Вагон-бистро, вагон-ресторан. И вот почтово-багажный поезд проехал. Уважаемые друзья, счастливого пути еще раз желаю. Ну, на этом, уважаемые друзья, я заканчиваю свой обзор. Показал я вам читинский поезд 69-й. Он уехал. Всего доброго вам, до свидания, желаю всем хорошего настроения и желаю главное здоровья. Встретимся вновь на моем канале, на новых видео. До свидания, уважаемые друзья. Сообщение номер поезд Санкт-Петербург находится в хвосте поезда номер 73. Просим пассажиров пройти на посадку. Уважаемые пассажиры, до отправления скорого поезда номер 73 сообщение Тюмень, Санкт-Петербург, настал.